Представители Белорусской Федерации кикбоксинга и тайландского бокса посетили детский спортивно-оздоровительный лагерь «Лесная сказка». Цель визита – реализация спортивно-благотворительного проекта «Смелый шаг», который стартовал в этом году. В рамках этого проекта 5 регионов страны, включая Полоцк, получили свои спортивные центры, а подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, возможность заниматься кикбоксингом и тайландским боксом под руководством высококвалифицированных тренеров. Мы хотим показать им красоту нашего спорта, хотим, чтобы они попали немножко в другой социум, чтобы они немножко увидели другую жизнь. Мы сегодня изыскали возможность, именно это тоже пилотный наш проект, именно вот 4 подростков отправить в лагерь, чтобы посмотреть развитие их не только со стороны спорта, а общение. Общение их с другими детьми. Представители делегации вручили спортсменам подарки от президентского спортивного клуба и сладкие призы. Сейчас на первой смене оздоравливаются и тренируются 74 человека. Тренировки проходят по 4 видам спорта – футбол, тяжелая атлетика, дзюдо, кикбоксинг. У каждого отряда своя площадка по виду спорта. В лагере имеется профессиональный спортивный зал с татами. Лагерь проходит в режиме учебно-тренировочного процесса. То есть это двухразовые тренировки в день. И различные культурно-массовые спортивные мероприятия. Спортивные специалисты считают Полоцк центром развития кикбоксинга. Отсюда вышли известные спортсмены, кикбоксеры, тренеры. На базе Полоцкой спортивно-детско-юношеской школы Олимпийского резерва регулярно проводится открытый кубок Беларуси по кикбоксингу среди молодежи. Почему мы 2 года назад приняли решение, даже 3, по-моему, сделать его открытым, чтобы приезжали. К нам приезжают, в прошлом году приезжали с Литвы, Латвии, Эстонии. Это культурные связи, спортивные составляющие. Но наши дети, наши спортсмены друг друга уже знают. Им уже интересно выйти на другой уровень, сделать международную встречу. Поэтому мы сделали вот Полоцк центром развития. Любовь Савко, Александр Матюшенко, Саммит Плюс ТВ.